И всем привет, меня Александр Сучков, в данном видеоролике, и сегодня мы играем в Warface, а именно я создал новый аккаунт, точнее как аккаунт, я создал нового пользователя, короче, новый аккаунт в Warface, и сегодня мы будем проходить игру, конечно же, я рекрут, я играю теперь на Браво, мой ник Нубаслав, и вы можете меня добавить в друзья, потому что друзей я набираю. Я играю пока что нигде не могу, только на сложном, потому что я не хотел квадратом что-то вам показывать, что-то делать. Но у меня еще лагает игра, и поэтому это что-то не то. Поэтому придется, наверное, выйти из игры. Выйти из игры. И опять перезайти. Перезаход сейчас, надеюсь, сразу будет. Потому что я кое-какую программу установил, которая одной клавишей, короче, перезагружает любую игру, точнее любое приложение, то есть кнопкой F5. Вот я сейчас попробовал. Должно у меня даже записываться, по идее. Хотя я хрен знает. Давайте проверим. Так, да, все записывается. То есть. Извиняюсь, что такой маленький экран. Это не я виноват. Это виновата сама игра. Потому что я кое-что с ней сделал, потому что она в маленьком экране. Так. Рук не везти. Ребята. Это мой друг, который мне посоветовал сделать новый аккаунт в Warface Браво, и мы сегодня с ним будем играть, но он не в сети почему-то, поэтому мне придется, наверное, проходить одному службу. Давайте попробуем. Сразу вам... Извиняюсь. Конечно. А, вот, да. Я просто уже все накупил. Самое интересное, что мне нравится. Что ищет у нас игру? Давайте. Пока у нас ее найдет, надеюсь, найдет. И... Да, игра начинается. Блин, ладно, не получилось и не получилось. Ладно, придется чинить тогда. И ладно. Так, ладно. Итак. Так. Окей, загрузка, значит. Загружаемся, у нас есть нормальная команда, только я самый мелкий тут. Ну ладно. Вот. Если что, я не то оружие взял? Ладно. Надеюсь, это мне ничего не даст. Так, это мне дали, когда я зарегистрировался. Так, еще VIP могут дать. Нет, VIP не дадут. Хотя ладно. Че, я солью прямо сейчас? А как так? Не понял. Давай, 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 давай. Врача, быстрее! А как это произошло-то? Кто меня палит? Да ладно. Как так? Да вы что? Кто-нибудь, помогите мне! Ну? Ну? Сюда! Нужен врач! Быстрее, мне нужен врач! Да ладно, а как так произошло-то? Как мне так слили? Да нет, вообще даже не пошли. Все, мы слили. Да уж, ладно. Так. Так. Ладно. Да. Ладно. И что дальше? То есть у нас залагала карта, можно так сказать. Она залагала у нас. И не получилось ничего сделать. Ладно. Давайте попробуем что-нибудь. Хорошо. Так, ладно. Давайте. Сыграем, попробуем. Так, снаряжение давайте, я не знаю, какое поставить. Давайте все отремонтируем. $1. Все стоит. Давайте поменяем все на самое такое дешевое. $1. Вы что? Что так дешево?
очень дешево все. Так, это тоже починить. Поставить самые такие. Так, здесь берем наш. Это уже 2 доллара, охренеть. Дорого это как. Ладно. Что, давайте? Что это будет пипец в данный момент. Ладно, огонь с небес. Да, проходим мы, конечно, это все круто. Я сейчас вернусь, пока у нас тут все загружается. Ребят, и что у нас тут дальше идет. Так, загрузка. Надеюсь, у нас в этот раз хотя бы нам дадут поиграть, потому что давайте я сейчас зайду в ВК, потому что так, почему вышел. По мере того, как мировые ресурсы тают, роль Африки начинает стремительно расти. Блэквуд извлекают огромные прибыли, но за высокими стенами их комплексов жизнь людей становится все хуже. Настало время освободить этот регион. Что ты делаешь? Как ты так делаешь? Летающий что ли какой-то? Что он делает? Смотрите. Что с ним? Что с ним? Смотрите, что он делает. Что он творит? Будет немного больно. Что он делает? Охренеть. Граната!
Дай я помогу. Стой на месте. Стрелок убит. Чё, опять мышцы? Стрелок убит. Он какой-то летающий, смотрите. Видите? Он даже не на предмете. Он вообще летающий. Расслабься, ты будешь в порядке. Или это просто... Так намного лучше. Ну и чё? Он не будет резать. Не резать. Дебил. Стой смирно, я помогу. Спасибо, дружище. Ну? Дай я помогу. Спасибо. Стой на месте. Что они творят? Блин. Капец. Они не могут его убить. Не шевелись, я подлатаю тебя. Впервые такой вижу. Как раз мой. Но! Благодарю. Идиот. Расслабься, ты будешь в порядке. Да можно выбежать. Спасибо. Просто его убить, блин. Конечно, я же слился. Бежал. Ну давай, рез. А что здесь? Фига может? А, да. Спец. Потому что не так. Стрелок мёртв. Идём дальше. Всё, мы слили. Плохи. Враг убит! Можно идти! Да это с этим дебилом, блин, что играть с ним? Я не знаю, мне что ли с медиком, что ли? Ладно, попробую. Возможно, у меня и получится. В чем я не уверен. Это же счастливые часы, удачные выходные. Там что-то еще в празднике. О, вылетело. Да что такое? Почему она вылетает-то? Очень странно. Так. У вас же тоже он вылетел? Нет, у вас не вылетел. Видео не показывает. У меня вылетело Warface. Почему хрен его знает? Все, вылетела она. Охренеть. Почему же она у вас вылетела? Ладно, у меня. У меня-то что? У меня-то нифига. У вас-то почему... показывает то, что у меня вылетело. Ладно. Сейчас попробуем. Что-то или сам Warface лагает, в чем я не уверен. Или сама игра лагает. Warface сервера что-то залагали именно бравы. Я не знаю. Пытаться выиграть. Так, играем за меда. За медика, да. У нас есть время. У нас есть несколько секунд, чтобы закупиться. Так, что у нас здесь есть? Снаряжение. У меня 2000 всего. Так, я могу купить улучшенный шлем. Кстати, за 12 я могу купить. Ну ладно, я не буду покупать. Нафиг он мне нужен. Так. О, да ладно! Охренеть, это находка, ребята, это находка. Эдвин.
гидропон. Охренеть, какой у него ранг. Офигеть. Вот, если бы я был сейчас 82 ранга, то есть вот на своем аккаунте, на альфе, то я не знаю, я бы с ним поиграл. Но минус в том, что он на браво. И... Я-то не на браво играю обычно. Теперь-то на браво буду играть опять. Тащить как-то. Потому что я хочу еще на Чарли создать аккаунт, там тоже поиграть. Я хочу, чтобы было там, ну, не знаю, чтобы было аккаунтов, не знаю сколько. То есть, чтобы было у меня 4 аккаунта. Один мой, который основной, который 82 ранг, на котором я все открываю, все делаю, все пытаюсь что-то сделать. Второй ранг, это где у меня 2 ромба золотых. Потом идет... Вот этот вот аккаунт на Браво, который рекорд. И на Чарли у меня кубик просто. Я даже после обучения не играл. Африканский клещ вцепляется мертвой хваткой, пока не насытится кровью или жертва не погибнет. Блэквуд действует по той же схеме, но они не насытятся. Стой. Никогда. Твою мать, я не поменял. Будет поздно. Я не поменял ботинки, блин. Потому что заметно они. Корпорация Blackwood держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Так. Я сейчас тут. Что, я один, что ли? Кто-нибудь, помогите! Мочите! Благодарю за помощь. Как мне там учебщики? Ой-о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 й. Опасно было, ребятки. Что-то было опасно. Граната пошла. Я не побегу туда, слушайте. Не, ну я, конечно. Будет немного больно. Где брат? Благодарю. Что-то со Стимом. Стим, кто-то приглашаю в Стим. Тогда в Кирку. Слушайте, я вам не слабся. Ты будешь в порядке. Тихо. Смотри, не слей. Стой! Яй-яй-яй-яй! Все. Я запутался, кстати. Ну я чё, все, если... Просто запутался, кстати. Я что-то побежал туда, а они... Снайперы эти били. Так. Ботиночки надо потом снять. Нет, стандартно. И вообще, все то, что я поставил на то, что стоит варбакс, надо поменять на самое бесплатное. Вышло. Ну? Наконец. Почему же они сливают-то здесь? Так. Один уже слился. Давай, слейся и ты, давай, негр.
Все. Лохи. Не смогли выиграть. Все. Даже нет смысла. Остался только я и он. Долбанат натрия. Да, ботиночки. И броник. Там что-то еще. Блин, надо их поменять. Два реанимации. Охренеть. И всего $5 получил. Охренеть. Так мало, блин. Ну на чуть-чуть меня там. Ну как на чуть-чуть. Ладно. Ну, главное, мы слили. Как-то обидно все-таки. Но бас не может слезть. Он слил. Так. Так, ладно. Давайте это все поснимаем. Что там? А, во. И на этого сразу. Все. Вроде бы. А, ну еще можно починить это все. Конечно. $2. Охренеть. Ну хотя бы где-то один. Все. Неужели сейчас мы дальше продолжать будем в это играть? Эдвина отправлена. Так. Настройки экрана. Если экран, блин, надо было уметь. Ладно, потом. Так. Ждем, пока что у нас все загрузится. Так. Два меда, два снайпера, один этот. Ну мы сольем, все. Выйти. Достали меня приглашать, я выйду со Сима, потому что очень мешает он в данный момент. Так. Я уверен, мы сейчас опять сольем. И опять сольем, и опять сольем, и опять сольем, и опять сольем, да. А потом мне уже надоест играть, я выйду просто, как я делал всегда. Да. Ожидание остальных игроков. Остался только хоняк снипер. Лучше бы было спиннер, блин. И то интереснее бы было ник. Хомяк спиннер. Да. Это гениально. Убейте выстрелами в голову без прицеливания. Убить ножом. Да, это вот это просто, вот это тоже просто. Один раз надо убить или сколько? Или это именно какое-то число? Да, 10. По мере того, как мировые ресурсы тают, роль Африки начинает стремительно расти. Блэквуд извлекает огромные прибыли, но за высокими стенами их комплексов жизнь людей становится все хуже. Настало время освободить этот регион. Да на... Нет, точнее, донат. 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 За донат. В этом секторе сконцентрированы большие силы Блэквуд. Нейтрализуйте их. Я не могу такое. Я вам сейчас снайпер, что ли? Блин, да где ты? Я за ним не пойду. Блин, я сейчас солью. Я все местный. Где второй мед? Кто-нибудь, помогите мне! Мне нужен брат. Рез! Сюда! Нужен брат! Лох! Лох, понятно. Все, это... Все. Это конец. Спину, ты
чё там стоишь? Играй. Смотри, ты стоит вообще? Калаш! Охренеть, какого у него рана. А, он выбил калаш? Как? Как он выбил калаш? Да ладно, как он выбил калаш? Ты чё, ты как это сделал? Он выбил калаш. Охренеть. Калаш. Нет, так это можно выбить, да? Он уже недалеко от меня ушел. Недалеко. Хотя, вряд ли я выбью. Ладно. Как раз сейчас проиграем. Я решил, продолжаем видео. Движение. Так. Что с калашом ты сейчас стоишь? Калаш. Охренеть, я долго так выпивал дигл обычно. Калаш. Мастер, ты прям вообще нуб, честно. Держись, спасибо, дружище. Все будет держится еще. Хомяка-то, блин, где он вообще? Есть? Как... Давайте его лечим. Ты не лечишь. Все. Минус один уже. Так. Продолжай. Я помогу тебе. Идем дальше. Так. Намного лучше. Сзади. Идем дальше. Но. Иди. Ну это вот есть. Тебе же опыт дадут. Уже нет. Все. Вообще выйдет еще. Ну, во, наконец. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Я думал, я уже никогда не проиграю. Стрелок готов! Снайперу конец! Да ладно.
Продолжаем движение. Я первый раз играю. Протроллил, ребята. Я обычно в Майнкрафт играю. Прикольно. Ну чё вы донатеры? Ну идите. Чё вы друг за другом бегаете? Одного слили уже. Не, он донатер, донатер. Видно. Чё ты стоишь, я не понимаю. Вообще стрелять-то будешь, нет? 4 килла отлезли. Сзади. Да ты идиот. Нормальный, нет? Все, это вообще взорвало. Стрелок готов! Он еще взял знак. Боже. Ну ладно. Ну перепрыгни. Играй. Красавчик. Давай, стреляй. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Блок нейтрализован. Бежать, зачем бежать, блин, что происходит? Расслабься, ты будешь в порядке. Тень. Верхушка врага нам даже носа вытянуть не дает. Вам нужно уничтожить ее. Так, я же послаб. Кто стреляет? Ай-яй.
убить-то, блин, у меня же нет этих, как... ракет. Бежать. Врача! Держись! Я помогу тебе! Спасибо тебе! Спасибо! Меня зацепило! Нужен врач! Я не буду никого. Я уже думал, мне конец. Еще бы чуть-чуть. Спасибо тебе. Зачем я это делаю? Ну! Не дергайся так, я тебя вылечу. Перед тобой в долгу. Так. Кидаю гранату. Жаль. На втором уровне тоже есть ракеты. Туда можно попасть на линии. Да как так? Ракеты. Туда можно попасть на листья. Я думал, уже конец. Ай. Чё, кто стреляет? Остался-то. Ты задолбал, кто там сидит? Поднимитесь на следующий уровень на листья. Стреляют, я не понимаю. Крышки. Граната пошла. Вот вам. Стрелок готов. Смешно. Снайпер убит. Повторяю. Снайпер убит. Да, блин, пошел. Спасибо, дружище. Сейчас, сейчас. Конечно. Пошли все нафиг. Свалил. Давай. Есть минимум. Где врач? Быстрее, блин. Смотрим, что будет дальше. Так. Здесь. Все, у них нет ХП. Готов.
Скилл мастер. Смысла играть с ними я вот не понимаю, да. Этого вот я вот точно не понимаю. Ну а так все. Ну. Вот так вот мы сыграли. Вот, да. Убийство взрывами один. И чё, я получил 279 опыта, и что? Опа, получил 215. Смысл? Я вот этого вот не понимаю. Смысл? Чё я получил? Блин, ничего, только новый ранг сейчас. Получилось всё. Потому что больше я ничего не получил. У этого даже этот, как его, VIP. Да. Да, я старший рекрут теперь. Всё. В общем, в этом видеоролике пока что мы закончим. Чё я там получил, чё? Я что-то тупанул. Чё-то я там получил. А, ну этот один. И что-то еще. Что-то еще получил, ну пофиг. Так. Значит, смотрите, что у меня есть. Значит, смотрите. Сейчас будет еще один видеоролик. Прям сразу я сниму его, а выложу чуть-чуть попозже. В общем, смотрите. Где коробки набора? Значит. А, у меня закрыто. 11-й ранг должен быть. Хотел коробки пооткрывать. Ну ладно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Лубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.